С 1 по 10 декабря 2020 года в России прошла декада, посвященная Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Эта декада – еще один повод привлечь общественность к решению проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, защиты их прав и интересов. Наш мобильный репортер побывал в Ленинской районной организации инвалидов, а здесь работа кипит. В период пандемии людям с ограниченными возможностями здоровья требуется повышенное внимание. В этом году декада помощи инвалидам совпала с акцией «Неделя доброты и щедрости». За это время участники организации получили более 300 продуктовых наборов. Это стало возможно благодаря участию коммерческих, общественных и муниципальных организаций округа. Там у нас живут бабушка-инвалид и внук инвалид. В одну квартиру два наборчика. Помощь в сборе и доставке продуктов и предметов первой необходимости оказали 8 студентов-волонтеров из Московского регионального социально-экономического института, который располагается в Видном. Они собрали и доставили более 40 наборов. Несмотря на то, что декада подошла к концу, акция продолжается. В ближайшее время будут сформированы подарки для детей.